Настала эпоха инноваций и прогресса, когда величайшие умы человечества расширяют рамки возможного и проникают в глубины непостижимого. Мой друг Виктор Франкенштейн – один из таких умов. Я мечтаю о мире, где надежда вытеснит страх. Где калеку можно вновь поставить на ноги. Что если мы сможем дать всем живым существам шанс, которого они достойны? Игорь, помогите мне изменить мир. Есть разница между использованием приборов для возвращения к жизни и созданием того, что вообще не должно существовать. Давай! Он живой. Что ж, я поражен. Еще одного создадите? Да, и даже не одного. Советую поостеречься. Жизнь – священное творение. Я мечтаю о миллионной армии бессмертных бойцов. Виктор, вы говорили, что все это ради жизни. Ради того, что важнее жизни.